пробовали, не заводится. Тут вот есть пипточка. Вот. Надо его подкачать, пока не польется бензин. Вот, вот такой французский двигатель называется. Ну, буду качать. Потом включу. Покажу. Снял воздушный фильтр. Такой простой. Так, Денис уже пошел. Заработала красотка. Деревьями, а Денис по прямой олео мак. Помыл, поставил на парковочку. Денис там еще докашивает. Сегодня поработали славно. И это газонокосилка Aeron Angel стояла год. Мы там масло меняли в ней раньше. По-моему, в прошлом году. Не сразу оно завелось. Пришлось откручивать свечу, шприцом заливать бензин в цилиндр, закрутить свечу, проверил искру, есть искра. Значит, пару раз прокачал и пошла, завелась. Все окей. Прячем спичный ключ и канистру. Поработали славно. Будем отдыхать. Молодежь работает. Заканчиваю тоже. Немножко пропололо. Марта, поедем домой? Да. Ну что, втомился? Потом. Не, это нормально. Нормально? Мне богато не надо, то мне отвесить после завтра работы. Это ж толкать не надо. Не на работе. Ну все, сделала. Там не богато, я ж тут тоже покосил. Тобі осталось в конце и посередине. Садочок.